Приветствую вас на своем канале, где вы найдете множество интересных и крутых товаров из Китая. В этом выпуске представляю вам большую подборку товаров с сайта AliExpress. Во всех выпусках у каждого есть шанс испытать свою удачу и выиграть приз. В этот раз я разыграю этот квадрокоптер. Но если он тебе не нужен, тогда можешь выбрать любой нужный тебе товар на AliExpress. В первую очередь для участия в конкурсе оцени видео, поделись подборкой со своим другом и подпишись на мой канал и каналы спонсоров этого видео. Всю подробную информацию для участия в конкурсе ищи в описании под видео. А теперь перейдем к самим товарам. Накладные поляризационные линзы. Это означает, что они блокируют солнечные блики, пропуская глазу только вертикальный свет. Таким образом, накладка позволяет вам видеть без каких-либо помех и в то же время защищает ваши глаза от опасных лучей. Очень полезная вещь во время рыбалки. Благодаря накладке на очки вы сможете спокойно следить за поплавком и тем самым вы не перенапрягаете свое зрение. Стоимость накладки на AliExpress – $2.30. Беспроводную клавиатуру можно использовать для смартфона, планшета, игровой консоли и других устройств. Клавиатура заменяет собой и мышку. На ней имеется тачпад и клавиши быстрой прокрутки. Устройство работает от батареек. При заказе укажите нужную раскладку на клавиатуре, либо по стандарту придет на английском языке. Стоимость беспроводной клавиатуры – $8.50. Даже при такой невысокой цене в $26, этот спиннинг отвечает всем требованиям к тяжелым спиннингам и с легкостью используется в качестве троллингового удилища или донной снасти. Это удилище позволяет ловить на реках, озерах и водохранилищах, как с лодки, так и с берега, что положительно сказывается на величине вашего улова. А главная особенность этого спиннинга – его прочность. Ссылочка на спиннинг будет в описании. Это компактный дрон, который нужно собрать самостоятельно из нескольких запчастей. В комплекте прилагается инструкция с картинками для полного понимания сборки. Дрон может разворачиваться на 360 градусов и имеет режим Headless Mode, особенно полезный для новичков. Размер данного дрона всего 10 см, он почти умещается на ладони. Заказать можно на AliExpress за $28. Ссылочка на дрон будет в описании. Друзья, многие из вас часто заказывают товары с AliExpress. Благодаря расширению AliTools вы сможете увидеть живые обзоры на товар, проверить рейтинг доверия к продавцу и проверить динамику цены на выбранный товар. Ну а также AliTools может показать цену, которая установлена в мобильном приложении. Тогда вы точно выберете подходящую стоимость. И конечно, не забывайте добавлять нужные товары в избранное. Это поможет вам следить за ценой и купить товар подешевле. Мне часто помогает данное расширение, и поэтому советую каждому перейти и установить. Установка займет всего несколько секунд. Ссылка в описании. Сервис работает не только на Али, но и на других интернет-магазинах. Для рыбака, который запланировал и целенаправленно собрался на рыбалку, эта удочка вряд ли подойдет. А вот для случайной импульсной рыбалки, возникшей не по плану, она очень будет кстати. Наличие складной мини-удочки в рюкзаке при походе, в багажнике автомобиля или на даче обернется отличной возможностью половить рыбу. В транспортном состоянии удочка весьма компактна и не занимает много места. Стоимость на AliExpress – $18. Этот девайс редко встретишь на улицах. Ролики Freeline очень необычные и мало чем похожи на классические ролики. Каждая отдельная часть для крепления стопы состоит из двух колес – большого и маленького. Благодаря этой конструкции вы будете уверенно держаться на ногах. Единственное сходство это то, что техника езды и торможения совсем как на обычных роликах. Цена на AliExpress – $700. Водонепроницаемая экшн-камера с разрешением HD 1080p. Поддерживает Wi-Fi, поэтому снимки и видео легко просматриваются на мобильном телефоне. Время видеосъемки в высоком разрешении 90 минут. Камера крепится на мощный магнит, поэтому не стоит беспокоиться о ее потере. Цена на AliExpress – $90. Браслет от комаров отпугивает насекомых специальной жидкостью, которая находится в капсуле. В отличие от других репеллентов, он абсолютно безвреден. Его можно носить даже детям. Браслет от комаров особенно полезен во время выездов на природу. Внешне он напоминает фитнес-браслет и выглядит стильно. Стоимость на AliExpress всего $1.50.
Интересные настенные светильники создают геометрический узор из света. Вы можете создать целую композицию из светильников разных цветов. Несмотря на малый размер, светильник достаточно яркий. Это простой способ преобразить интерьер вашего дома и вызвать удивление гостей. Цена на AliExpress $9. Эта необычная плоская черная коробочка с мартышкой предназначена для розыгрыша своих близких. Для того, чтобы испугать друга, достаточно выставить таймер и ждать реакции. Корпус с обезьянкой для розыгрышей можно разместить в любом месте, где подскажет ваша фантазия. Например, на корпус планшета, смартфона, книги, либо поместить в любую емкость. Стоимость на AliExpress $6.5. Как превратить посиделки у костра в волшебное зрелище? Этот вопрос решит маленький пакетик специального порошка. Достаточно высыпать его в костер, и пламя окрасится во все цвета радуги. Выглядит волшебно и необычно. Если вы хотите удивить свою семью и друзей, этот состав вам точно пригодится. Стоимость на AliExpress всего $1. Зарядка с гибким держателем может служить подставкой для смартфона, когда у вас заняты руки. Особенно она удобна в автомобиле или во время работы за компьютером. Есть модели для трех видов разъемов – Apple, Android и Type-C. Усиленный металлический и гибкий зарядный шнур не только очень необычен, но и в то же время очень надежен. Сам кабель выглядит достаточно стильно, он удачно впишется в любой интерьер. Цена на AliExpress – $3.5. Увеличитель экрана представляет собой рампу с увеличивающей линзой. По сути, он представляет собой большую лупу с удобной подставкой для смартфона. С помощью увеличителя можно просматривать фото и видео с телефона, не напрягая зрение. Также увеличитель экрана можно использовать для чтения мелкого шрифта. Цена на AliExpress – $5.5. Сеть с кормушкой как рыболовная снасть понемногу набирает популярность у рыбаков. Эту небольшую мини-сеть можно забрасывать как вручную, так и с помощью спиннинга. По конструкции эта рыболовная снасть представляет собой фидерную кормушку, которая крепится сетеполотно из лески. Принцип очень прост. Вы набиваете кормушку прикормкой, опускаете на мелководье, а рыба, подплывающая к кормушке, путается в сетевом полотне. Цена на AliExpress всего $1. Эргономичная конструкция игровой клавиатуры Deluxe T9 обеспечивает непревзойденный комфорт во время использования. Благодаря силиконовой подставке под запястье, рука не устает даже при долгой игре. Установлены два режима интенсивности подсветки символов. Вы сможете легко отыскать нужную клавишу, играя при недостаточном освещении или даже при полном отсутствии света. Клавиши имеют различный наклон, форму и размер в зависимости от ряда. Присутствует возможность играть как правой, так и левой рукой. Цена на AliExpress – $52. Это удивительный квадрокоптер 2 в 1. Когда он садится на землю, он превращается в скоростной гоночный автомобиль. У модели простой, но в то же время лаконичный и сдержанный дизайн. Она изготовлена из ударопрочного пластика, а яркая LED-подсветка позволяет летать в темное время суток. Квадрокоптер может перемещаться во всех направлениях и выполнять повороты на 360 градусов. Стоимость такого квадрокоптера – $30. Многие люди хотели бы всегда запоминать свои сны или даже ими управлять. Эта удивительная маска позволяет использовать технику осознанных сновидений. Достаточно потренироваться некоторое время, и в этом вашими помощниками станут 6 световых диодов и один оптический сенсор. Разнообразь свои сны и попробуй окунуться в них полностью. Стоимость данной маски – $18. Этот пластырь предназначен для лечения. В основном это заживление ран, рубцов, шрамов и других неровностей кожи. Он действует путем равномерного давления на поврежденную ткань, что способствует быстрому и равномерному заживлению. Пластырь самоклеящийся, можно использовать повторно, а при необходимости разрезать на несколько частей. Цена на AliExpress – $8.50. Умный и бесконечно милый робот, который порадует вас красивым танцем. Эмоции робота выражает светящийся рот. Устройство имеет несколько манипуляторов. Джойстик, кнопка для смены улыбки и кнопка включения интерактивного режима.
Последний режим позволяет роботу двигаться за объектом, к примеру, за ребенком. А при активации танцев робот интересно танцует под музыку вашего смартфона. Более полное управление можно получить с помощью приложения для Android или iOS. Цена необычного робота – $50. Этого ароматизатора фасовкой в 10 грамм будет достаточно на полкилограмма прикормки или на 120 мл этанола для использования как спрей. Пахнет жвачкой Bubblegum. По отзывам ясно, что ароматизатор неплохой и имеет приятный запах. Негативных отзывов практически нет. Цена на AliExpress – $0.50. Небольшие размеры и большая скорость – основные характеристики этого автомобиля. Он ездит настолько быстро, что гонки по стенам сферических предметов для него не проблема. Машинка работает от батареи, которой хватает на 15 минут. В комплекте идет стеклянная сфера, зарядное устройство и петля, с помощью которой машинку можно прикрепить к другому предмету. Она будет нарезать круги вокруг оси так быстро, что вы не сможете ее разглядеть. При этом будет сверкать лампочками. Цена на AliExpress – $5. Паровоз Домино – это увлекательная игрушка, которая сразу завладеет вниманием ребенка, благодаря своей необычной особенности. При езде паровозик оставляет за собой цветные домино. До начала игры фишки следует загрузить в специальный отсек, который находится на крыше паровозика. И при каждой постановке домино паровозик издает оригинальные звуковые эффекты. Забавный локомотив выполнен в ярких цветах, а также оснащен световым модулем, что сделает игру с ним еще более захватывающей. С помощью ярких фигурок ребенок сможет выстраивать различные сооружения, научиться считать и фантазировать. Цена на AliExpress – $11. В разделе AliExpress рыбалка воблеры представлены сразу несколькими продавцами. У всех отличные отзывы и хорошее качество. Именно этот лот интересен минимальной ценой, быстрой отправкой и большим разнообразием. На выбор представляется 10 цветовых вариантов. Цена на AliExpress всего $1. Отличный сувенир на память о чемпионате мира. Коллекционная банкнота. Материал банкноты – тонкая фольга и бумага. Каждый экземпляр находится в прозрачной запаянной упаковке. Так что о сохранности сувенира можно не беспокоиться. Выбор сюжетов на банкнотах достаточно разнообразен. Можно собрать отдельную мини-коллекцию, посвященную чемпионату мира 2018. Коллекционные 100 рублей – хороший подарок для иностранных туристов, ведь это напоминает не только о футбольном событии, но и о России. Цена на AliExpress – $2.30. Светильник в форме футбольного мяча меняет цвет от одного прикосновения. 7 оттенков сменяют друг друга поочередно. Есть модель и с 16 цветами, к ней для удобства прилагается пульт. Меняющиеся цвета – реально завораживающее зрелище. Кстати, размер мяча от 8 до 18 сантиметров. Он ставится на подставку, а в светлое время суток выглядит как обычный сувенир. Цена на AliExpress – $13. Ручка на присосках для ванной комнаты. В первую очередь пригодится пенсионерам, детям и людям, у которых есть проблемы с передвижением. Длина ручки 30 сантиметров, за нее удобно ухватиться и держаться рукой. Главным преимуществом является то, что ручку можно установить без применения жесткого крепления на шурупы, именно в том месте, где нужна точка опоры. Две вакуумные присоски легко закрепляются с помощью рычажков. Цена на AliExpress – $6. Этот необычный светильник состоит из 7 разноцветных фигур, напоминающих популярную игру Tetris. Прелесть лампочки ночника в том, что она никогда не наскучит, ведь ее дизайн может меняться в зависимости от ваших пожеланий. Все фигурки светильника легко отделяются друг от друга. При отделении фигурки гаснут, а при соприкосновении снова загораются. Отдельно блоки работать не могут, поэтому они светятся только когда собраны вместе. Цена на AliExpress – $21. Эта копия футбольного мяча создана специально для чемпионата России по футболу. Его отличная особая форма деталей – противоскользящее покрытие на поверхности и узнаваемый дизайн. Диаметр мяча составляет 21,5 см. Его масса 450 грамм. Мяч сделан из искусственной кожи и предназначен для игры на траве.
Стоимость на AliExpress $22. Нож для чистки киви. Он состоит из двух частей – для разрезания фрукта и отделения мякоти от кожицы. Очистка киви займет несколько секунд, и сделать это можно всего за пару простых шагов. Нож аккуратно отделит мякоть от кожуры и при этом сократит ваше время. Цена на AliExpress – $1. Ремешковые ключи используются при работе с пластиковыми трубами, а также с любыми скользкими поверхностями или с поверхностями неправильной формы. Инструмент удобно использовать для открытия крышек и отвинчивания круглых деталей. Длина ремешка регулируется, поэтому ключ универсален. Ключ пригодится как профессионалам, так и для домашнего использования. Особенно оценят этот компактный инструмент автомобилисты. Цена на AliExpress – $6. Качественная плетеная леска от хорошо зарекомендовавшего себя производителя Sick Knight. В наличии 7 цветов и 10 номеров. Толщина от 0,4 до 6. Соответственно, имеет много хороших отзывов. Прочность 4-жильного плетения на разрыв до 10,5 кг. Стоимость на AliExpress – $5.30. Отличный вариант для тех случаев, когда под рукой не оказалось живых личинок. На вид искусственный опарыш несколько крупнее живого, что позволяет насадить его даже на большой крючок. Есть несколько цветов, поэтому не забывайте указывать нужную расцветку перед заказом. Цена на AliExpress за 50 штук – всего $1. Мягкий гамак из пушистой ткани, который крепится на карабины между ножек стула или вовнутрь клетки. Кошачий гамак является оригинальным и удобным местом для отдыха любимого питомца. С его приобретением питомец обзаведется своим персональным спальным местом, а хозяин будет спокоен за безопасность своего любимца. Цена на AliExpress – $3. Этот брелок чаще всего приобретается в качестве подарка детям, но и взрослым он тоже понравится. Аксессуар из мягкого искусственного меха и кожи имеет прочный карабин, который подойдет для фиксации на сумочке, в автомобиле или на рабочем месте. Кролик не только поднимет настроение, но и борется со стрессом. Достаточно просто его погладить. Цена на AliExpress – $4. Фирменная фляга Jack Daniel's из нержавеющей стали. Отлично подходит для хранения крепких спиртных напитков и будет удобна не только в походах, но и в повседневной жизни. Фляжка Jack Daniel's имеет ряд преимуществ. Во-первых, она металлическая, и вы можете не бояться, что она разобьется. А благодаря своему дизайну, фляга легко помещается во внутренний карман куртки и не создает неудобств. Цена на AliExpress – $7. Создайте свое съедобное лего со специальными формочками. Блоки конструктора и лего-человечки и желе понравятся детям и удивят гостей. Цвет и вкус съедобного конструктора зависят от вас. Тут есть где найти простор для творчества. Цена на AliExpress – $6. Левитирующий горшок для цветов парит в воздухе благодаря магнитам. Левитирующий цветочный горшок может не только зависать в пространстве, но и вращаться вокруг своей оси. Стоит лишь слегка подтолкнуть его. В таком необычном оформлении даже простой кактус станет объектом повышенного внимания. Диаметр горшка 9 см, глубина 35 мм. Он сделан из светлого соснового дерева, поэтому подойдет к любому интерьеру. Стоимость на AliExpress – $60. Интерактивная лазерная игрушка – настоящая находка для хозяев, у которых нет времени самим играть с питомцем. Лазер двигается по случайно выбранной траектории, поворачиваясь на 360 градусов. Есть и ручной режим, в котором игрушка работает как лазерная указка. Скорость движения луча можно регулировать. Устройство само отключается через 15 минут. Эта игрушка предназначена не только для кошек, но и для мелких собак и любых животных, которые проявляют интерес к подобным играм. Цена на AliExpress – $19. Квадрокоптер оснащен 4 мощными моторами, позволяющими ему развивать скорость до 30 км в час. Встроенный радиоприемник обеспечивает дальность связи с пультом до 100 метров. Столько же составляет максимальная дальность полета.
Furby оборудован 6-осевым гироскопом, который позволяет выполнять практически любые маневры и эффективно стабилизировать летящий дрон. Кроме того, новинка умеет делать флипы – красивые перевороты в воздухе с помощью нажатия всего одной клавиши на пульте управления. В качестве приятного бонуса стоит отметить, что Furby H801 имеет и функцию возврата к точке запуска по нажатию одной кнопки. Для полета используется стандартный литиевый аккумулятор с емкостью 260 мАч. Этого хватит на 10 минут полета. Пульт работает на трех мизинчиковых аккумуляторах типа 3А. Цена на AliExpress $35. Защищенный смартфон Geotel A1 предлагает отличные показатели выживаемости в экстремальных условиях, а также имеет неплохой дизайн. Экономичные технические параметры позволяют увеличить время автономной работы вдали от розеток. Смартфон устойчив к воздействию пыли, воды и грязи и работает при температурах от 20 до плюс 55 градусов по Цельсию. Он имеет операционную систему Android 7.0, экономичный процессор, камеру 8 мегапикселей и аккумулятор с большой емкостью. Этот телефон – идеальная находка для любителей активного и экстремального отдыха. Стоимость на AliExpress – $72. Это удивительная ручка, при помощи которой можно писать и рисовать абсолютно любым цветом. Более того, она умеет автоматически подбирать цвет для рисования. Поднесите один из концов ручки Scrabble Pen к любому предмету. Гаджет определит его цвет, и вы сможете рисовать таким же цветом на листе бумаги. Весь секрет ручки скрывается в RGB-сенсоре и картридже с цветными чернилами. В рыбалке слово «поводок» означает часть оснастки, которая находится максимально близко к рыбе и отвечает за четкую фиксацию крючка после поклевки. Такого рода товаров на AliExpress просто множество, но выбрать по цене и качеству очень сложно. Но почитав отзывы, выбрал для вас подходящие оснастки. Цена за 6 поводков – $1.5. Все ссылки в описании. Сушилка для обуви – незаменимая вещь в любое время года. Мощная ультрафиолетовая лампа не только устраняет влажность, но и убивает все патогенные микроорганизмы. Устройство чрезвычайно простое в применении. Нужно поместить его внутрь обуви, включить в розетку и нажать две кнопки на панели управления. Вы сами выбираете режим сушки 15 или 30 минут, после чего устройство само отключается. Так что можно не беспокоиться, что вы забудете ее выключить. Цена на AliExpress – $32. Очень удобная, легкая и крепкая складная подставка для ноутбука с вентиляционным отверстием для охлаждения. Эта конструкция обеспечивает возможность установки подставки трансформера почти на любую поверхность – на пол, кресло, диван или кровать. Такой столик подойдет для любых ноутбуков. Цена на AliExpress – $26. Крючковяз – это удобное приспособление для быстрой вязки качественных поводков с крючками с лопаткой. Облегчает рутинную монотонную работу. Необходим, если планируется вязать большое количество крючков. И, конечно же, просто незаменим при вязании крючков мелких номеров. Стоимость на AliExpress – $3.20. Это устройство позволяет быстро просветить банкноту в любом месте и в любое время. Ультрафиолетовая лампа поможет проверить наличие водяных знаков и окраску купюры. Устройство работает на батарейках. Размер детектора всего 18 см. Он удобен в путешествиях и годится для проверки любых валют. Стоимость на AliExpress – $4.50. Это устройство для смартфона позволяет передавать поцелуи на расстоянии посредством видеочата. Внешне Kissinger подходит на необычный громоздкий чехол для смартфона. В его нижней части размещены овальные силиконовые губы. Принцип работы устройства следующий. Специальные подвижные датчики запоминают и передают на другое устройство движение губ пользователя. Получатель, установив фирменное приложение и одев чехол на свой смартфон, получит точно такой поцелуй, который отправил ему адресат. На любой рыбалке практически не обойтись без поплавка. А так как на каждом водоеме разная рыба, необходимо иметь разные поплавки по весу и длине. Советую заказать набор на AliExpress и весь сезон не задумываться о покупке. Цена набора поплавков – $3.70.
это спортивные очки с солнцезащитным покрытием, где используется дополнительная реальность. Информация передается и принимается по беспроводной связи Bluetooth. В результате обмена данным со смартфонами или велосипедным компьютером спортсмен может видеть свою скорость, пройденное расстояние и сожженные калории. Велосипедист получает и предупреждение в случае приближения автомобилей. Управлять системой можно при помощи специализированной кнопки, которая крепится на руле. Приспособление для устранения засоров труб крепится на сливном отверстии и с помощью специальных крючков на длинной цепочке цепляют на себя волосы и другие предметы, которые могут засорить раковину. Очиститель в виде цветка не только удобен в использовании, но и радует глаз своей формой. Цена на AliExpress всего 1 доллар. Если вы часто рыбачите, то в конце сезона необходимо чинить свои снасти. Для настоящих рыбаков нашел специальную смазку для подшипников и шестеренок. С ее помощью вы сохраните свои снасти намного дольше, чем те, кто этого не делает. Ведь лишняя влага, попавшая во время рыбалки в катушку, постепенно начнет ее разрушать. А так как хорошие катушки стоят больших денег, то лучше не поскупиться и приобрести. Цена на AliExpress 5 долларов. Все ссылки оставил в описании под видео. Особенность гибкой мыши заключается в том, что пользователь может сделать форму под свою ладонь. Мышь может принимать как плоскую, так и выгнутую форму. При распрямлении манипулятор выключается, а при сгибании включается. При этом в зависимости от размера в ладони, пользователь может найти оптимальную форму этого тонкого и стильного устройства. Толщина этой мыши составляет около 16 мм. Цена на AliExpress 11 долларов. Силиконовая губка – это новый подход к мытью посуды. Обычная губка для мытья посуды является рассадником бактерий, а силиконовая легко моется, и к ней не пристает жир и грязь. Расход моющего средства с использованием силиконовой губки значительно уменьшается. Также ее можно использовать для мытья овощей и фруктов. Да, и в целом разноцветные моющие губки из силикона выглядят гораздо привлекательнее, чем простые. Цена на AliExpress 1 доллар. А теперь условия конкурса. Чтобы получить приз, вам нужно подписаться на мой канал и канал спонсора, поставить лайк под этим видео, написать положительный комментарий. Ну а также для большего везения советую нажать на значок колокольчика, чтобы ты первым узнал о новом конкурсе. Итоги подведу в группе ВКонтакте, ровно через 7 дней. Более подробная информация в описании под видео. Если ты досмотрел до этого момента, напиши в комментарии, какую из представленных товаров хотелось бы заказать и для чего он тебе нужен.